пришло время, чтобы не просто говорить, не просто чтобы работали, скажем, поисковые отряды и находить захоронения, находить тех, кто в них похоронен, но и сделать действительно эту дату общегосударственной. То есть это дань уважения, дань памяти. Более того, ведь мы все с вами временные в этом мире. Мы уйдем, а дата останется, и народ будет помнить. Поэтому вот это очень своевременно.